Биткоин пробил отметку в $4200. Согласно графику CoinMarketCap, такая цена была зафиксирована утром в воскресенье 13 августа. Рыночная капитализация биткоина превысила $68 миллиардов. Аналитики отметили повышенный интерес инвесторов к биткоину после того, как он успешно пережил форк 1 августа. Среди других благоприятных факторов – предстоящая активация протокола SegWit, а также повышенный спрос на криптовалюту на японских рынках. Биткоин продемонстрировал рост в более чем 300%. Еще в начале года его цена была менее $1000. Прогнозы экспертов относительно стоимости биткоина разнятся, сходясь к тому, что в криптовалютной эволюции биткоин пройдет этапы развития золота, становясь со временем дорогостоящим эталоном, а не разменной монетой.